Всем привет! Вы на канале нашей New Life is my life. В общем, еще неделя карантина, и маска будет мне мала. Потому что она мне впивается в щеки. Ты просто себе очень затянула, хотела выглядеть худенькой. Надеемся, что скоро это так и будет. Тачками разгородили территорию. Стоять нам не пришлось. Мы кто-то в масках, кто-то без масок. Hello! Цепляй, наверное, сзади. Круассанчики 4,99. Мандарины 4,79 за 5 ЛБ. Немножко перестановки какие-то в Костко, да? Теннисные мячики. $40 за 60. Так, авокадо цепляем по $8. Ничего себе, какой дорогой. В общем, зацепили арбузик 5,99. Ну, реально, я что-то зацепил. Что не мазурных, не актуально в данной ситуации. 5,79, 2%. 7,39, вот такие вот прибиотики. В общем, паники никакой нет. Продуктов всех хватает по ходу. А что в холодосах? В холодосах в этих точно ничего не купим. Тут не этот ряд нам не нужен. Ну, в общем, тележки у людей абсолютно не забитые, не переполненные. Никто впрок, походу, не запасает ничего. Но мы будем покупать много на месяц и зависнуть. 15,99 трел. Берем наггетсы. По 11,99. За что там? 5 ЛБ, да? Ну, в общем, холодильники все заполнены и всего хватает. 6,69. Вот такая банка с таким объемом. Так, Маришка уже пошла потрошить холодильник. Нам надо сыр, как стринги. Сколько стоят стринги? $11. Еще мы хотим взять сметану и творог. О, как ты ныряешь у меня. 3,99 это будет творог. Наоборот, сметана. И 4,69 творог. 8,49. За 4 ЛБ. По количеству продуктов все восстановилось. Возьми, зайка, из середины какой-нибудь там, пожалуйста. Так, теперь у нас есть цель — мед и еще там всякая всячина, да? Будем брать, наверное, вот тот. Орехово-ванильный. 13,49. Зайка, что? Нельзя молоть. Отлично. Будем дома свои. Значит, будем молоть тот, который у нас дома. Зайка, это тот мед? Так, получается $10, там сколько, 2 ЛБ, наверное, да? Зайка, смотри, 10 ЛБ, $8. Кстати, в Беларуси в новостях сказали лимоны, как только пошла открытая информация. Сразу поднялись в цене в 2 раза. Смотри, какие мега ролтоны. Мои любимые Smoked House. Нам гумиберы надо по любасу, и дети кушают. Так, 2,99 питы взяли. Хочешь этого? Чеддера? Да. 8,39 карабас. Вот этот пакет бери. 5,79 M&M's. По 10,99 берем ореховый и шоколадный. 5 ЛБ, 2,27 килограмма. Упаковку я пересчитал, это очень выгодная цена получается. Шоколадные зайцы, маршмеллоу в шоколаде. Сколько? Берем. Две? Саша наш одну? Сказал, что он будет есть на Пасху столько много шоколада, сколько сможет. Он же сказал много, значит, пускай будет много. Так, в этот ряд не идем, он косметически нам не нужный. Ну, в общем, очереди получаются большие из-за того, что люди держат дистанцию. Но витаминов реально никаких не видно. Так, Маришка уже детские нашла. $10 две банки. Бери эту банку. Я почему-то себе представлял какие-то большие банки. Мешок простого арахиса, нечищенного, за 5,89. Все, идем на кассу. Мы закончили свои покупки. Получилось на $250. Этот видеоролик заканчивается. А завтра вас ждет продолжение из магазина Sam's Club, потому что мы купили не все, что хотели. Через некоторое время будет еще ролик 99 центов. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И увидимся в интернете. Будьте здоровы и берегите себя. Бай-бай.